А, понятно. О, камушек. Урон! Скорострелец! Е, то, что надо. Два монстра. Два монстра. Два монстра. Монстры. Нет, я... жесть! Нет, я не хочу умирать в этой комнате. И всем привет, и добро пожаловать на канал Леоми Вайзека в обычный завек, не челленджи. Сегодня мы попробуем сыграть, я не знаю кем, кстати говоря, я перед записью не решил. Не посмотрел даже на персонажа, который у нас здесь есть. Так, кто у нас, какие варианты? Либо Лазарь, либо Ева. Ева. Может, Евой? А давайте реально ей сыграем. Почему бы и нет, мне она нравится, в принципе. Она неплохо играет, когда у нее мало красного здоровья. Она быстро бегает. Он реально быстро бегает. А у нее всегда 1.23 скорость была, у меня такой вопрос. Что-то мне кажется, что она как-то дьявольски быстрая. Я не знаю почему. Я реально не помню такого. Ну, конечно, базовый урон у нее совсем такое себе. Мне бы неплохо было бы слить здоровье красное, но я бы не хотел его сливать прям так специально. Какой звук прикольный. Шикарно. Надо его в последний момент убивать, этого красного, потому что он падла возрождающийся. Последний момент, сказал. Все, умирай. Так, что у нас в золотой комнате? У нас близнец... да, это близнец Гемини. Джемини. Ну, такой себе, типа, нормально. Вначале пойдет, вначале пойдет. Вначале это такой небольшой буст ДПСу. Нифига, слушайте, он машина просто. Он же красным становится. Раньше, по-моему, он не становился красным. Ну, это реально давно. Стоп. О, мы взяли какаху. Нормально. На халяву. Раньше он не становился красным. Я уже знал, что он красный. Я просто забыл про это. Его в каком-то обновлении... В каком-то, наверное... То ли обновлении, то ли DLC, я не знаю. То ли бустер-паки. Обновление и DLC. Плюс-минус одно и то же, наверное. Я не совсем разбираюсь. Может, бустер-паки в каком-то его изменили. Хотя не должно быть так. Не помню, в общем, когда... Но раньше он вроде как был обычным. Зачем я зашел в магазин? Кто мне скажет? Скажите. Я ради 5 монет зашел, спасибо. Да что-то даже сообразить не успел. Ой-ой-ой. Не долетело, отлично. Wheel of Fortune. Можно взорвать. Так, у нас секретка вот здесь по-любому. Мы вот так сделаем. И взорвем ее и Wheel of Fortune. Ух ты ж, блин. Бомба появилась. Так, секретки у нас пилюли. Сейчас мы тут опилюлимся. Отлично. Тело появилось, я вижу. Главное, чтобы не в я ошибку, потому что в нее мне пока что рано. Я еще босса хочу, я хочу с босса взять предметик. Оп. Слушайте, а он реально хорошо делает. Раньше он не был таким эффективным, мне он прям нравится. Правда, конечно, он... Только сблизи? В принципе... Сейчас посмотрим на боссе конкретно, сколько он урона наносит именно. Потому что на врагах это определить достаточно сложно. Ох, блин, какой противный босс. Вообще, это один из самых моих нелюбимых боссов на первом этаже, наверное. Он один из самых проблематичных. Особенно, когда у тебя нет урона. Это просто беда. Все, фигачим. О, у нас же птичка еще. Слушай, а птичка сама его задамажит, нет? Нет, не задамажит. Вот, вот так. Он не успевает его догнать. Но мы сами почти не бьем. Так, главное под его вот эту атаку не попадать. И под Бримстоун тоже желательно. Оп. Осталось немножко. Все. Здоровье, подбирать нам есть смысл или нет? ХП, а, блин. Ой. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас возьмем, потратим наши красные сердца, чтобы на следующем этаже у нас было побольше урона хотя бы. Все. Оставляем так, и потому что на следующем этаже мы не сможем тратить сердца, потому что там сделка с дьяволом профукается. Нам очень желательно найти синее сердце. А его не было в магазине, случайно, не продавалось? Я вот не помню. Сейчас посмотрим. Если продавалось, мы его купим, будем надеяться, что оно нас защитит на следующем этаже, потому что я красные сердца очень хотел бы сделку сдать, его здесь нету. Стоп, оно может появиться. Появилось. Есть. Отлично. Шикардос. Главное, красное сердце сейчас не подобрать будет еще. На обратном пути. А, ну сбоку нормально. Так, и все. Правда, нам на следующем этаже тоже, если мы красное сердце подберем, то у нас все.
бонус закончится. Но пока у нас все будет отлично, у нас огромный урон. Curse of the Unknown. Так, запомнили, у нас три красных сердца. Одно из них заполнено, одно синее еще. Надо не забывать, желательно. Особенно на сделке. Не увлечься этим. Потому что здоровье у нас, к сожалению, неизвестное. Наверное, это лучше, чем если бы у нас был бы неизвестный этот самый. Выбираемые предметы были бы неизвестными. Потому что это прям вообще трэш. Можно такое что-то подобрать. Как я хочу... Я бы, знаете, что бы сейчас сделал? Соевое молоко, я бы очень хотел его. Я бы очень хотел соевое молоко. У нас оно в прошлый раз попалось, но оно попалось в конце забега и с долбанным гримстоуном. Но я его все равно взял, правда, случайно. Оно там вообще ни к черту было. С бримстоуном соевое молоко, это, наверное, один из самых отвратительных артефактов, которые только можно придумать. Нам босса сразу предлагают, надо ли? Давайте попробуем. О, это пин, это вообще легко. Сейчас мы стопудово получим сделку с дьяволом, он нас ни разу не ударит. Если он меня хоть раз ударит, я удаляю эту игру. Ну, на нем трудно протыкать. Damage range. Отлично. Я оба этих предмета беру. Брать наши сердца. Теперь у нас одно красное сердце, одно синее сердце. Бэбик Турель меня не особо интересует, хотя он вроде как нормально бьется. Смотрите, он чисто в этом самом гейме не бегает. А это у них такая синергия или это просто так совпадает? Это так совпадает именно. Ой-ой-ой. Метка дьявола зашибись. Она еще есть шанс на то ли на ангела, то ли на дьявола увеличивает вроде. О, тебя я всегда рад видеть. Может, стоило снизу, конечно, взорвать, чтобы нам секретка прочекать, но я не знаю. Секретка может быть и вот тут. О, реально есть. Реально есть. Отлично. У нас белое сердце. Ой, надо ли? А надо ли? В принципе, можно взять. Ради сделки. У нас, конечно... Блин, ну... Ну, красное сердце будет мало. Красное сердце у нас появится, к сожалению, тогда. Лишнее. Блин. Чуть-чуть мне не нравится, что произошло сейчас. Происходит вообще в целом. О-о-о. Нормально. Сердце можно взять ради того, чтобы сдать его в сделку, блин. А шурдавов, ну нафиг. А, стоп! Хотел его взять и обратно поставить, и я же его обратно не смогу поставить. У меня же нечем поменять. Чуть не подумал. Мозгов, как у курочки. Хотя, наверное, курочек оскорблять не надо, у них мозгов побольше будет, пожалуй. Ой-ой-ой. Все, окей, ну нафиг такие места. Опять же, как их ненавижу, а. Брать белое сердце или нет, не знаю. Наверное, стоит взять, потому что с одним красным сердцем я совсем себя некомфортно чувствую. Берем. Берем и нафиг. Шубдавуп, в принципе, обеспечит нам достаточно легкое убийство босса. 4.20 урон, в принципе, тоже нормально. Для третьего этажа этого, наверное, хватит. Так, а что у нас за проклятие? Опять что ли, серьезно? Curse of the Unknown. Unknown, или как это правильно читать-то? Опять мы не видим наши сердца, в общем. Это не есть хорошо. Это очень не есть хорошо. Ты ж, блин. Что такие дерзкие-то, а? Может, до упа на вас, а, и все. Чуть-чуть тут парится-то, он заряжается каждые две комнаты. Но если бы у нас была бы батарейка, прикиньте, которая уменьшает зарядку предметов на одну комнату или что-то такое. Так, понятно. Стоп, а в чем прикол? Че у нас сделка не сгорела? У нас типа синее сердце было? Походу было синее. Окей. Синего теперь нету. Я думал, что мы по синему уже дважды получили урон. И оно исчезло. Похоже, что нет. А может у нас еще одно синее было? И сколько у меня здоровья? Я сбился. Я вроде считал и все обсчитался. Локдаун, понятно. О, ребята, вот так. Уйди. Уйди, противная. Ищем золотую комнату, ищем ключи. Ключи нужны. Смысл золотой комнаты, если у нас не будет ключей. Нет. А эта штука, она только по пропастям, типа, или что? Она, походу, только по пропасти. Твою за ногу. У нас опять синие сердца было, типа. Сколько у нас их? Откуда они у нас? Я не помню. Наверное, теперь, наверное, они закончились, я так думаю. Золотая комната есть, ключа нету. Может, здесь ключ упадет. Что-нибудь выпало? По-моему, ничего.
Понятно. Нам бы на самом деле много ключей пригодилось бы, потому что там есть комната с боссами. С боссами? Нет, с испытанием обычным, со врагами. И там 4 золотых сундука, из них с большой вероятностью можно неплохо забуститься. 2 бомбы. 2 бомбы. О, противная комната. Так, главное держаться подальше от вот этих чуваков. И меня напрягает, когда они умирают, вот так появляются. Выстрелы эти разлетаются во все стороны. Не ожидаю я этого обычно. Ну а что? Ой, и паучки. Паучков я не люблю. Думаю, что с вами проблем здесь не будет. Он взорвется, да? Это же взрывной паук, да? Взрывная элитка. Нет, это обычно какая-то была другая. Окей. Турелька, а вот этот турель, который бейбик вот этот вот красным выстрелом стреляет, он большой ДПС заливает, но у него дальность полета совсем никакая. Он быстро стреляет, типа, но у него дальность полета вообще ни о чем. Стоп, что-то он как-то не так быстро стреляет, как мне раньше казалось. Что он вообще медленно стреляет? Он же быстро стрелял всегда. В чем прикол? Давайте попробуем. Быстрее шубдову, есть успел. Пока они там рядом стояли. О, видно, как глупо это было. Вот конец. Ну, блин, от гриба. Вот чисто он бы нас не достал, но там гриб взорвался, да? Печалище, вообще печалище. Кирка, ну вы серьезно, сплошные самые активируемые предметы. Мы флайт берем с собой. Ну, это хоть какой-то бонус дает. Полет. Мы даже в магазин не можем попасть, если только здесь нет, случайно. Нафиг, прячемся. Ну, если там нет случайно этой самой секретки на смежной с ним комнате. Мы, конечно, проверим это сейчас. К этому большому вообще опасно подходить, он меня сваншотит, я так понимаю. Потому что у нас красных сердец должно быть 2. И у нас уже пошел по ним урон. У нас сейчас 1,5 сердца, то есть. Можно попытаться... Знаете, что сделать? В колючую комнату зайти в таком случае. Мы заходим в колючую комнату, потом на выходе получаем половинку здоровья. Теряем, в смысле. И... Получается, что мы, типа... Здоровье сольем даже не впустую. У нас черное сердце нам предлагают, зараза. Как мне его вытащить? Я же его никак не смогу вытащить отсюда. Ну да. Все равно купает, конечно, комнату себя, но... Могло бы быть и получше там все, в целом. Ну, пилюля меня никак не может спасти, я так понимаю, да? What makes you small? Ключ есть, ключ есть. Открываем. Этот сундук первым. Блин, серьезно? Вообще не то, что надо. Я надеялся, что здесь еще один ключ выпадет, но не выпало. Теперь вся надежда у меня на два момента. Во-первых, это секретки. Во-вторых, это... Нет, они на три момента. Что в конце этой комнаты выпадет еще предмет какой-то, может быть. Ключик. Что в магазине будет ключик, и мы там в него сможем попасть через секретку. И может быть, что-то в секретке есть хорошее. Что обычные комнаты закончились. Где суперсекретка... Ничего не выпало, понятно. Где суперсекретка, может быть, не знаю. Вариантов много. А вот обычная секретка, она с большой вероятностью может оказаться вот здесь, где магазин. Либо здесь слева, кстати. Справа тоже. Нет, здесь не может быть. Тут тоже не может быть. Окей, тогда чекаем там, где магазин. В таком случае. Главное так правильно рассчитать бы. Потому что мне в таких комнатах всегда сложно найти секреточку. Есть, нашли. Золотой ключ! Просто дар с небес сошел на меня. Открываем все сундуки. Шикардос. То, что надо было. Топ-дроп просто вообще. Как по заказу, а? Так, сможет здесь какой-нибудь артефакт появится? Орех мне не надо. О, артефакт есть. Эта штука. Danger... Чего? Danger Charge? Danger Charge Hairpin. А что такое? That's hard not to crack. Что вот это Hairpin дает, заколка? Я не помню. А, что-то с зарядкой предмета связано. Ну, давайте попробуем ее взять. К примеру. Так, суперсекретку сейчас тоже попробуем найти где-нибудь снизу, посмотрим, в каких комнатах она может быть. Либо она справа может быть еще вот здесь, кстати говоря, тоже вполне себе возможно. Вот прям напрашивается. Пожалуйста, будь тут.
Нету тут, окей. Скорее всего, где-то снизу тогда. Ближе к боссу. Здесь не может быть. Здесь не может быть. Здесь может быть. Ну, здесь, скорее всего, есть. Да. Очень полезная. Очень полезная. Шикардос просто. Вот был бы у нас сейчас тут бебик, который пожирает красные сердца и дает на них синие, вот это было бы топ. Но так это бесполезно. Так, Скейвс 2. Аркаду сразу же со старта нам предлагают. В аркаду, кстати, можно слить сердца. И это не будет считаться потерей сделки с дьяволом. У нас дамаг сразу повысился. Да, какаху мы отдали, к сожалению. Оставили на предыдущем этаже, чтобы взять эту заколку непонятную. Так что в какахах теперь редко будет что-то попадаться. А you wizard, ну зашибись. I found pills. А это что? I'm excited. Зашибись, просто топовые пилюли. Ой, нет. Наверное, не стоило заходить в такую комнату. Вот так попробуем. Когда у нас этот пилюля, это работает ужасное. Дык-дык-дык-дык-дык. Ну вообще отвратительно просто. Неиграбельная штуковина. Так, ну у нас 40 секунд, насколько я помню, длится, да? Ну сейчас оно, правда, пройдет уже скоро, должно. О, прошло. Все, теперь бьем. Минус один. О, I'm excited, пошел работать! Они под спринтами какими-то. Ой, какие угорелые-то, а. Ребят, давайте помедленнее, пожалуйста. Пожалуйста. Все, он сейчас закончится, да? Оно вроде типа в комнату заходишь, и оно с каким-то временем начинает ускорять эту комнату. Эту комнату надо защищать быстро. Если мы тут получим урон... Как мы не получили там урон? Как? Если здесь I'm excited работать начал бы, это был бы трэш. Мы как-то там протиснулись, я вообще не понял, каким образом. Не хочу за один сундук бить боссов. Только какой-то очень критичной ситуации, не знаю какой. Либо если мы найдем телепилс, можно будет тоже открыть. Но пока что я не хочу. Ищем секретку. Ой, тут какую секретку? Золотую комнату. Может, теперь в аркаде взорвать что-нибудь, а? Например, тебя. Например, этот автомат, который у меня сейчас ничего мне не даст за одну монетку, да? Ключик. Сердце взяли. Сердце задонатили. Эх, не хочет он взрываться пока что. Может, будет больше сердец, может, потом его и взорвем. Пока что сомневаюсь. Очень легкая комната, очень приятная, с нашим полетом. Слушайте, я такую комнату вообще не помню. Очень красивая комната, мне она очень нравится. Слушай, классная комната, а? Такой мостик. С такими врагами именно. Хорошее сочетание. Я ее раньше не встречал, например, по-моему. До сих пор есть комнаты, которые встречаются. У меня в Айзеке... Ух ты ж, в Стиме написано в Айзеке у меня 205 часов. Но я большую часть времени в Айзеке играл на пиратке пока что. То есть у меня это время не учитывалось в Стиме. Ну, суммарно, я не знаю, сколько у меня. Да, я столько часов наиграл, казалось бы, а до сих пор не научился нормально. Ну, я делал большие промежутки, как я уже говорил, между играми своими. Hell's Down, очень плохо, очень плохо. Очень плохая комната. Ладно, черное сердце затащило ее, зря я срывал. Дверь one makes you small. Такс. Ну, здоровье красное, у нас одно сердце всего. Пока что мне очень не нравится, что здесь происходит. Я провтыкал сделку с дьяволом. Я вижу, что там этот самый невидимый в камуфляже. Надо его остерегаться. О, я вижу камушек. Хороший камушек. Нету бомб, понятно. Убили того призрачного или нет? По-моему, нет. Где он? Вот он. Я тебя нашел. Бомб нету. Вообще нету. Ой, как плохо. Они, надеюсь, не стреляются? Кто-то из них сейчас взорвется. Кто-то из них по-любому взрывается. Тут, возможно, вот этот вот. Вот этот. Да, он. А вот этот синий что делает тогда? Мух нам дает или нет? Нет, что-то другое. Надо бы разобраться как-нибудь, что... Какие особенности у каких чемпионов есть. Я когда-то читал, некоторых запоминал. Этот взорвется, кажется. Именно взрывом. Вот темного я помню, фиолетового я запомнил. Красного не знаю. Зеленого запомнил. Зеленый раздваивается. Белый есть, который неуязвимый. А есть такие, которые типа оттенками не сильно отличаются. Я вот не знаю, что они делают. Совсем плохо. По здоровью. Так, вроде расчищаем. Вопрос, а для чего я вот это делаю вообще?
если я не смогу их даже взорвать, у меня нету бомбы. Ну, если мы их сможем взорвать, они нам дадут много всего. Главное к ним бомбу как-то дать. Потому что их взрывать, надо бомбу поставить. А чтобы бомбу нормально поставить, надо будет через них пройти. Синее сердце из костра. Это очень редко выпадает у меня. Это очень хорошо, что оно выпало на самом деле, потому что мы прям на один удар были. Сейчас поувереннее ставим. Экс-лакс. Икс-такс. Бесполезная штука. Ой-ой. Нормально, мы летаем, нам эта кровь не страшна. Фух. Так, золотую комнату мы не нашли до сих пор. Слушайте, она в конце, что ли, сейчас будет, да? Ага, естественно. Так, ну, по крайней мере, ключи у нас есть. Это уже хорошо. Хотя я бы не отказался от пары бомб еще. Так, красное сердце, наверное, можно взять. Почему бы нет? У Евы работает артефакт, когда у нее одно красное сердце. О, Аквариус, Trail of Tears. Слез или что-то вроде того. Аквариус это у нас кто? Аквариус. Аквариус, сейчас вспомню. Может быть, Дева? Аквариус. У меня это слово, на самом деле, я не знаю. У меня зодиака меня ассоциируется, оно у меня ассоциируется с единственным, с чем ассоциируется оно у меня. Это с песней группы Within Temptation, Aquarius. Тоже есть такая песня у них прикольная. О, бомбу нашли. Где-то. Не знаю где. Вообще без понятия, где, кстати. Иди сюда. Опа. А мы когда летим, мы неуязвимы, неуязвимы, да? Кстати, много из него денег выпало. 2 5-монетные. У нас очень много денег. Я бы хотел донат-аппарат и хотел бы нормальный магазин. И бомбы взорвать, бомбы. Может, они еще там что-то подгонят нам хорошенькое. Вот так, разве что. Эх, блин, как криво мы их взорвали. Придется 3 бомбы тратить. Но они нам сердца дали. Сердца меня радуют. Но у нас шанс на сделку с дьяволом 23%. Если она нам выпадет, это будет очень круто. Это будет очень хорошо. Я, наверное, туда красное сердце задоначу, если что. Но шанс на нее маленький. Но, по крайней мере, мы его ниже уже не снизим, скорее всего. Надо во всем искать положительные черты. И босс тут легкий. Здоровья у нас достаточно много. Из босса что бы я хотел? Да не знаю, меня больше, по большому счету сейчас больше золотой комнаты интересует. В них более интересные модификаторы атаки идут в основном. С него, ну, Magic Mushroom самое лучшее, что может выпасть. Каблук. Ошибись. Вообще не то, что надо. Так, тут супер секретка не может быть, вот здесь она может быть, да? Вполне себе вот тут. Есть. I'm Error. Это ты фейк I'm Error. Ты не I'm Error, ты что-то другое. Может взять клеща? Типа просто боссы будут слабее. Почему бы нет? Нормальная тринка, мне нравится. Правда, и не сменить. Ну, такие мелочи уже, знаете. 7.31 урона, ну, слабенько, слабенько. Идем пока что. На бустраж мы уже не успели, нифига себе, как мы медленно идем, слушайте. Ну, даже до мамы не дошли еще. А, водичка попил. Некрополис 1. Curse of Darkness. Я всегда проклятие курс читал. Сейчас как-то видел, что многие читают его как Curse. Я что-то задумался, как правильно-то. Наверное, Curse. Или что-то в этом духе. Не люблю это проклятие темноты. Хоть у меня гамма выкручена на полную, но все равно неприятная. Так, золотую комнату надо бы найти. Я бы очень хотел какой-нибудь модификатор сделать все-таки. Типа технологии 10 хотя бы, или там молнии. Вот молнии я бы очень хотел на самом деле. Нам, знаете, что нам бы спектральные слезы, вот что хорошо бы зашло. Потому что мы вот так вот, мы ничего не можем сделать. Наш, конечно, бэбик бьет. Мы так безопасно проходим, как бы. Но сами мы ничего никак не можем сделать. Пока находимся в камушках. Прячемся. А так некоторые комнаты могли бы очень легко защищаться. Ну, они так защищаться будут за счет бэбика, но гораздо медленнее. Давай. Все. One makes you leisure. Не надо меня лагером делать. Значит, что, войдем в эту комнату? За одну... Блин. Ух! Вот этого я остерегался. За половинку сердца можно было зайти в шипастую комнату, хоть она была не особо полезной. Ай! А это плохо было.
Это было вообще ни к чему, ни к месту получения урона. Сундучок, в сундучке бомба. Два с них сердца уже осталось. Золотая комната. Да. Есть золотая комната. Ключики. Еще есть батарейки. Предлагают нам. Давайте батарейки. Опа. Есть еще этот самый, еще улучшенный такой же конь, который 6 комнат заряжается, и он типа белая смерть, что-то в этом духе. Он вроде с белого всадника апокалипсиса выпадает. О, муха, нормально. Yo, listen. Она полетела? Да, она полетела явно сюда. Она явно показывает нам секрет куда. Спасибо. Это хороший предмет. О, что там говорил-то, а? Что я там говорил-то? А, есть еще второй всадник, такой же, как у нас активируемый предмет. Но он заряжается 6 комнат, и он еще белую смерть оставляет после себя. То есть такие лучи света, которые очень сильно дамажат на боссах, бывает очень в тему. Ну, на обычных боссах. О, стоять. А ты что, здесь люк, что ли? А ты что мне показываешь, ты падла? Ты негодяй. Она показывала, что что-то есть. Муха подводит меня. Слушайте, у нее есть такая особенность, что она может подвести, или это что? Как это? Почему? Почему ты меня предаешь? Я за тебя бомбу потратил. Так. Здесь ничего нету. Она должна была люки показывать. Надо следить за ней, потому что люк за оставшуюся игру вполне себе может спокойно выпасть. Ё-моё. Если бы не было полета, это была бы проблема. Стоять. Я увидел. Очень полезно, спасибо. Что за секретки такие? Я хочу секретку очень хорошую какую-нибудь. Вот как I'm Error у нас выпал, только с каким-нибудь более полезным артефактом. Из того самого вроде. Из каменного сундука вроде Стивен может выпасть. Я тебя встречу сам тоже так же. Лобовая атака. Противная комната для этого босса, на самом деле. Потому что здесь вилять вот так придется. Так, надо быть начеку, когда он опять сделает эту атаку, да. Оп, обошли. О, кусочек мяса, и сделка есть. Сделки у нас, правда, не особо полезные предметы, откровенно говоря, совсем. Вообще не то, что надо. Уходим отсюда и делаем тогда шанс на сделку с ангелом себе. Да. Бримстоун нас бы затащил, конечно. А ангела нету шансов. Наверное, из-за того, что мы уже совершали сделку с дьяволом. Я что-то думал, что шанс на сделку на комнату ангела появляется, если мы... Если мы... Ну, можно я выйду сразу? Можно я выйду сразу? Нет! Выпустите! Нет, нельзя так. Я, конечно, знал, что так нельзя, но мало ли бы получилось. О, стоп! Тут есть кое-что еще. Тут есть, тут есть секретка. Выпустите! Нет, она закрылась! Она закрылась! Причем музыка комнаты исчезла. А, продолжилась. Ее просто звук секретки прервал. Ой, противный босс. Оба. А, это пауками, который кидается, да, черный. Темненький такой. А он... сам огоньки вообще не кидает, да, этот? Хотя паучки тоже меня раздражают, конечно. А, он еще, походу слезами красным стреляться собирался. Давай сюда. Секреточка. Секреточка с деньгами. Мы в прошлом, на прошлом этаже магазин не нашли, да? Блин, какой я дурак. Нам очень нужен этот магазин на этом уровне. И я даже не знаю. В магазине просто все скупить сможем. Если там... С одной стороны, мы в донат-аппарат могли бы много закидать. С другой стороны, если там будет 3 ролла автомата, это будет очень круто тоже, потому что мы накупим просто тонну артефактов. Это хорошо. Не знаю даже, что из этого лучше, больше бы я хотел. Наверное, все-таки знаете, что рерол автомат. Потому что этот забег, он под угрозой. Он слабый. Он, откровенно говоря, слабый. One makes you larger. Можно, конечно, использовать. По-моему, мы одного уже использовали, да, раз у нас пилюли открыты. Ау, это костяная рука. Я ожидал обычную. Можно еще двух прожать, и мы тогда станем большими. Стомпи. А давайте попробуем, кстати. Да, стомпи. А смысл? А это нам ничего не дает вообще, да? Я что-то думал, что нам это даст... Я это с Паберти перепутал. Я думал, что оно нам даст красное сердце одно максимальное. Которое, я не знаю, зачем мне нужно было бы. Потому что у нас сразу же бы урон просел. Эта штука оставляет после себя вот такие следы. А, еще мы при получении урона вроде как оставляем после себя камушки такие. Ненавижу такие комнаты.
Сейчас бы какаху не сломать еще. Настолько крутой забег, что мы не можем какаху сломать. Мухи мешают. Быстренько вниз. Вау. Из одной комнаты с колючками в другую комнату с колючками. Оп. Как я приманеврировал, а? Как я уворачивался неплохо. Раньше, я помню, у меня эти комнаты гораздо больше проблем вызывали. Ну, прям вообще намного. Сейчас вроде как более-менее можно проходить. Главное, чтобы не костяная рука. Только не костяная. Ну, потому что от костяной как тебе тут уворачиваться? Я еще и пауков словил на голову свою. Как-то очень глупо я прошел эту комнату, конечно. Ладненько. Стараемся экономить сейчас. Стараемся. И магазин, магазин. Магазин наше все. Магазин всему голова. Золотая комната тоже не помешает. О, клещ! Клещ! Дай мне лампу подобрать. Я же не использую наш предмет. Блин, клещ. Клещ, зараза. Мы из-за клеща не можем. Блин, нафиг я клеща взял? Кто бы мог подумать, что мне лампочка выпадет. Черт. В принципе, если бы нам выпал барак, я бы тоже его заменил бы. Скорострельность до сих пор базовая, блин. Вообще меня не радует. Но эта лампочка, она была бы очень хороша. Она бы и урон дала, и скорострельности немножко. Печаль. Печалище. Погасшая лампочка нам бы сейчас не зашла. Потому что она работает только, когда полностью разряжен активируемый предмет. Это работает с предметами, у которых зарядка одна комната. Типа голова Гапи или голова Тамми. Что за мини-аркада? Что за аркада на минималках? Почему она такая маленькая? Так, мы ее не взрываем. Если у нас магазин будет никакущий, тогда мы хотя бы сюда закидаем. Хотя бы в аркаду потратим денежек. Магазин сейчас будет, да, уже? А, и золотая комната как раз. О, нифига себе, нормально. Смотрите, золотая комната, комната с кубиками и магазинчик. Давайте все посмотрим. Так, нога, понятно. Здесь у нас что, может здесь кубики будут? Шестерка! Мы ее используем, по-любому. Диплопия. Вау. Сначала надо в донат аппарат закидать. Поскольку у нас здесь донат именно. Закидали просто. Ох, нифига, нормально мы так подонатили. Так, ногу. Ногу Каина мы берем. Потому что она нам не нужна. Мы ее переролим просто. Дальше, что еще мы берем? Диплопию можно было бы оставить здесь на самом деле. Не знаю. Ну, допустим, батарейку берем, вот это берем, но мы диплопию оставляем, берем с собой вот эту коняшку. Я не уверен, шестерка меняет ли артефакты на пьедесталах во всем этаже или нет. Ну, попробуем. Ну, давайте сюда подонатим еще один раз. О, удачи. И шестерка. Стоять, кнопки. Как я могу кнопки про не нажать? А, мог бы и не нажимать вообще-то. Мог бы и не нажимать. Так, окей, красное сердце. Еще что? Еще так. Ой, стоп! У нас монстра, я вижу. У нас что-то очень крутое. О-о-о. У нас очень долгая зарядка. У нас есть желудок монстра. У нас есть зеленая вот эта сопля, она очень крутая. Что еще у нас есть? У нас есть челлендж ап, у нас есть рентген. У нас есть комок Гапи? Да, у нас есть комок Гапи. Окей. Так, походу. Наша диплопия, она осталась или нет? Она стала шарф-плагом, который мы никак не поиспользуем, потому что у нас нету этого самого, как его называют-то, активированного предмета никого нет, да я не особо ее люблю. Кстати говоря, у нас стартовый артефакт Евы у нас исчез. Да, он исчез. У нас урона нету, у нас урона вообще нету. Вообще урона отсутствует. Полностью урона нету. От слова совсем. Твою за ногу. Ну, давайте. У нас, типа, у нас урон есть за счет желудка монстра, мы много вливаем за раз. И за счет этой сопли, которая приклеивается к рогам. И к боссам. Она топчик, она вообще имбовая. Но сам по себе дамаг у нас маленький, скорострельность тоже ужасная. Даже с желудком монстра, по-моему, базовая становится больше, чем то, что у нас сейчас. Должна быть. Ну давай, дай мне что-нибудь, какой-нибудь хп ап, если бы того, или что-нибудь, или коробку. Давай. Ну давай, я в тебя верю. Ты издеваешься, что ли? Еще второго мне подкинул. Типа, смотрите, он говорит такой, знаете, о, ребята, деньги раздают. И они слетаются, как голуби, знаете, на хлеб. Ах ты падла такой, какой, я твоего друга. Все,
ощутил, что здесь больше навара нету, что лучше отсюда сваливать. И дал хпшку. Какие хитрые-то, а? У нас теперь есть рентген, у нас нет полета. Вот это надо запомнить будет. Так, стоять. Здесь суперсекретку теперь найти надо еще. Мы ее легко найдем. Но, наверное, в левой комнате. О, сердечко. А, у нас же предметы на этаже поменялись. Вот, вот и секреточка. А, ну да. А тринка не поменялась? Ее даже нельзя сменить. D6. Оп. Ой, какой урон. Вообще никакой. А что у нас с дальностью? Почему у нас дальности нету? Че у нас так, че мы так близко стреляем? Ну. Ох, какой плохой забег. Он был у нас слабый, он стал еще слабее, по-моему. Ау. Я не знаю, что он нас может спасти. Ай. Получаю ненужный урон совершенно. Magic Mushroom. Вот что нас спасает. А, стоп, здесь же не будет артефакта. Бримстоун. А Бримстоун как работает с этим самым? С желтком монстра. Вроде он во все стороны рандомно как-то стреляет. В одну сторону фиксированный, во все остальные как-то рандомно. Через одно место. Но это хоть что-то будет. Правда, скорострельность у нас еще же упадет, да? Нажав... А, ну, понятно. С дьяволом все равно нету. Это жесть. Я не представляю, как мы сейчас будем защищать комнаты. D6, ты меня подводишь. D6 нам дало какую-то пургу. Хотя... А, он, наверное, боссом считался, поэтому не урона было. Нанесено столько со старту. Ну, сейчас посмотрим эффективность всего этого. Ну, как мы видим уже, меня она не радует. Оп. Дайте зарядить. Зарядка очень медленная. Нам бы либо зарядку, либо урон, хотя бы что-то. Я бы хотел увеличить размер слез еще, если честно, потому что они какие-то маленькие, вообще не внушительно выглядят. Вот так, заливаем. Ау. Враги, которые еще быстро двигаются, они вообще нам неудобные. Ух ты ж, блин, чуть-чуть не попался опять. Мы почти все здоровье слили. Чериот. Кстати, надо было его использовать где-нибудь. Надо будет, по крайней мере. А, диплопия с собой была. Слушайте, а что если диплопию прожать? О, кстати. А если бы мы ее на маминой ноге прожали бы? Что бы было? Вопрос. Хороший вопрос. Дайте мне пройти. Ну, знаете, мы не можем просто вообще никак убить. Вот урона нету. Нет урона. Я буду жаловаться на это еще очень долго. Стараемся выиграть с тем, что у нас есть хотя бы. Сопля. Радуемся сопле. Радуемся еще тому, что у нас есть хотя бы какой-то урон. У нас есть челлендж ап. Да, у нас на лице это отображается. Челлендж ап. А, за нами тоже кровь остается. У нас же бебик кровяной есть. Сейчас мы сделку профукаем, да? Живы пока. The Fool. High Price берем с собой. High Price может босс убить. Блин, хорошая штука. О, стоит The Fool. Ну, не то, что хорошая, но на халяву юксус сладкий. Никогда так не говорите, запомните. Особенно Subway. Какого черта? Почему... А, я налево пошел, потому что... Тьфу ты, блин. О, я заблудился. Особенно Subway, потому что я это уже рассказывал. Почему? Потому что вам могут предложить на халяву горчицы. Которая достаточно ядреная там. Я как бы остренько обожаю. Слушайте, вот вы как относитесь к острому вообще? Я вот люблю покушать и посмотреть вообще, в принципе, славные обзоры. Друже Обломов, наверняка многие знают. Вот он прям любит острое. Я считаю, я не понимаю, почему он до сих пор не сравнивает, знаете, остроту с KFC-шкой, потому что это острота такую, которую знают все. Кому-то остро, кому-то нет. Что он говорит, что, типа, если остро, то оно прям должно быть прям сильно остро. Бегаем. Вот, мне острота KFC-шки вот в самый раз. Она приятная, она не перебивает вкуса. Она не сильная, она просто именно вкусная, она приятная. Когда там уже прям припекает, прям жестко, вот это я не люблю. Со здоровьем прям траблы. Прям большие-большие траблы. Мы на него сопель, на эту маску навешали. Маска сдохнуть не может все равно. Сопливая маска какая-то. О,
Черед пригодится. Вот так сделаем. Нет, 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 только телепортер я брать не буду ни за что. Может, ты мне дашь какой-нибудь артефакт? Пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. Дай артефакт. О, твою! Of clubs. Еще, еще. Нифига себе, ты толстый сегодня. Ну давайте подтолкнем отсюда. Надо его выталкивать в нужное направление. Сердечко. Еще. У меня ключей много, чувак. Ты это самое, не думай. Артефакт. Все, пустой. Понятно. Ну, здоровье он нам восстановил. Я уже хотя бы немножко, но добавлен. Ой, уйдите от меня. Так, секретку и обычную секретку мы нашли, суперсекретку нет, по-моему. А, это магнетический. От него выстрелы отлетают, понятно. Вовремя, конечно, это понял. Взрывной глаз. Нормально, убили. Откуда здесь бомба появилась, я не понял. Так, вот в эту комнату я заходить не буду, надо не забывать, что у нас полета нету. Поэтому мы с нее потратим слишком много здоровья. О. Че там на одном месте ты стоишь? О. Мы даже крота не можем убить с одного залпа. Мы, конечно, не всем попадаем, но все-таки. По-моему, мы кругаля дали. Хорошего-хорошего кругаля. Нет, отвратительная комната. Отвратительная комната. Мы как-то там протиснулись. Оп, ох, блин, нифига себе. Я как от скримера сейчас охренел просто. Это было неожиданно. Этот взрыв. Так, куда нам идти? Неужели в ту комнату, с которой я получил урон, из которой я решил телепортироваться? Может направо? Может направо? Реально направо. Нет, тупичок. Все-таки именно туда. Последняя дорога. У нас карты нет, но я примерно помню, где что как. Вроде бы помню. Вот здесь. Так, от нее направо. Два. Понятно. Два здоровья. Два здоровья, Карл. Ох, как мне некомфортно с этим жить. Восстановиться бы где-нибудь. Аркаду какую-нибудь или еще что-то такое найти. По-любому брегнуло. Может, суперсекретки будет? Мы ее по-любому найдем спокойно. О! Твою! Бист! Я вижу сундук, я открываю его сразу же. Портал. Плохо. Так, хороших камней я не вижу. Долбанный сундук, я по инерции открыл тот сундук. Сердце, это просто божественный дроп. Просто тащит нас. Нас забей, как вы знаете, так он нам дает какую-то фигню, но при этом не дает нам до конца умереть. Он нас держит немножечко. Я не знаю, мне на него обижаться или нет. Давай. Вот так. Все, отлично. Направо. Камушков не видно. До сих пор ни одного на этом этаже. Опа. Все. Суперсекреточка. Нету. Ой, плохая комната. Я знал. Я знал, что я не смогу пройти ее без получения урона. Wheel of Fortune. Пожалуйста, сердца дай мне. Ключик. Монетка. Монетки. Я не пожалею времени, я подоначу сколько влезет в него. Дай мне хотя бы одно красное сердце, я уже буду доволен. Либо я тебя взорву, и ты мне все равно его дашь. О, Pretty Fly, тоже неплохо. Но оно спасает, конечно. Частично. Ну, сердце. Сердца нет. А, стоп. Мы монетки могли еще подобрать и еще подоначить, но нам сердце выпало все-таки. Окей. Кстати, у нас как лепеха гапи. Если комок шерсти, да-да-да, все такое. Конечно же, понимаю, что это комок шерсти. Он нас увеличился, то есть мы кого-то ему убили, походу. Я даже не заметил кого. Наверное, случайно. О, спасибо. А вот когда я пальнул, я хотел, чтобы примагнительно выстрелил на него. Оно отключилось. О, черное сердце, это дроп. Это хорошо. Так, здесь у нас что? Плохая комната. Только не терять черное сердце. Только не теряй черное сердце. Стоп, а у нас сейчас... У нас сейчас обычный босс или это... Стоп, это бомб? А, это утро один. Окей. А, вот как раз таки с этого чела может выпасть второй всадник, который со светом. Оп, 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 маневрируем, отлично. Тихо, не разгоняйся так сильно. Поехал. А, вот это как раз таки белая смерть. Откуда придет?
Давай, еще один разок тебя. Да нет, ну я знал, что я вот сейчас. Он в центре по-любому бьет. Не успел я отбежать. Все, изи. Так, этот предмет мы с собой берем. Он нормальный, вполне себе. Он краски про который я и рассказывал. Лошадка. Вроде на скорость бега она увеличивает или нет? Я чуть не посмотрел. Сколько у нас было и сколько стало. Она дает полет, во-первых, это, конечно, хорошо. Во-вторых, она может, да, можно и дамажить на боссе даже. Лазер нас не надо еще больше становиться. Петра, таскаем с собой. О, двойное красное. Сначала его не берем. Так, камушков хороших не вижу. Здесь тоже. Сердечко мы подберем, когда нам понадобится потом. Хорошо, что я его случайно не взял. Обходим. Ой, блин. Противная. Противная тетка. А, это обычные руки, что ли? На этом этаже обычные руки. Окей. Я показал, как работает этот предмет. Я просто не знал, куда мне деваться. На всякий случай я его прожал. Чтобы скосить хотя бы эти самые щупальца желтые. Две руки нормальные. Вроде максимум 6 рук может появиться, сколько мне казалось всегда. Главное, чтобы стреляющих врагов не появилось. Ага, как же. Послушались меня. Оп. Так, теперь нам кровь на полу не страшна. Кстати, у нас аркада есть, и мы монетки даже имеем, потому что у нас автоматно выпали. Дай мне красное сердце. Спасибо. Так, берем его. Бомба. Я не знаю, есть ли смысл его играть с ним. О, но он сам себя взорвал нормально. Этот автомат подносит сюда. Вдруг оно синее сердце даст нам. Как же, нам взорваться решилось. Так, с этой штуку мы взрываем. Я не думаю, что мы будем сюда донатить вообще. Ни при каких условиях. Даже если у нас все будет хорошо, максимум на выходе из этажа, и то вряд ли. Деньги нам уже особо не нужны. Я, пожалуй, выйду из этой комнаты, если вы не против. Мне совершенно не нравится, что здесь происходит, тем более, что она везет в тупик. Не люблю такие комнаты. О, золотая какаха. Какаха. Не знаю, зачем, правда, она нам. Так, вот. От мух главное не получать. И еще автомат. Окей. Ну, подонатим. Посмотрим, как-то у нас их много вообще. Во всем забеге там регулярно встречаются. Что-нибудь толковое они бы давали еще. Они же из артефактов только этот самый. Только купюру могут дать, которая нам нужна. Синие сердца изредка могут дать. Очень редко. Ну, карты, не знаю. Бомбы мне не нужны. Карта разве что, пилюли. А, притифла еще, вот. Мне этот автомат, наверное, меньше всех нравится. Еще мне нравится этот чел, который с черепками со своими, потому что он в случае неудачи, он спавнит красную муху. То есть нельзя встать на него и просто стоять и кидать в него монетки. Я так кучу раз делал и получал урон. Подставной чувак. Хотя он шапку неплохую дает, конечно. Но она далеко не всегда тоже используется. Мы даже этих какак с одного выстрела не убиваем, нам надо несколько садить. Сердец красных на этаже тонна. Так, камушка с крестиком не видно. Оп. Так, суперсекретка, наверное, где-то рядом уже босс будет. Хотя, такой этаж, как бы он коротенький пока что. А, это обычная секретка. Окей. Просто мы, походу, начальные тупики все разведали сначала. Зато знаете что, вот из-за того, что у нас монстр, у нас много выстрелов, у нас в каждом залпе попадаются по-любому эти самые сопли. Плюс у нас удачи 3, это тоже неплохо. Что я сделал? У меня же Петра было. Дурак, я сообразил слишком поздно. Мне этот предмет нафиг не сдался. У меня была Петра, у нас бы сейчас выпал бы предмет дропа этого самого пула секретки. А там неплохие предметы есть. Там грибочки могли бы быть. Вот не знаю, кстати говоря, если бы нам выпал бы гриб скорострельности, стоило бы его брать. Он нам дал бы тирс ап, сильно бы повысил, конечно, да, но урон еще ниже. Даже не знаю, хотя в целом, наверное, ДПС бы вырос. Ой, не люблю этих пауков. Пауки с кротами. Отвратительные враги. Да, именно поэтому. А, мы из-за стомпи еще из-за нашего. Мы ломаем камушки, за которыми прячемся, когда получаем урон. Ой, что-то нас спасло сейчас. Просто нафиг такие комнаты. Кто их придумал? Серьезно, что это за комната была отвратительная? Оп, я вижу. Камушек хороший. Синее сердце нормально, берем с собой. Хотя, может, стоило брать его под конец.
Потому что красные сердца мы сможем восстановить, а синие вряд ли. Но у нас зато сделка с дьяволом не прогорает пока что. Если даже получим урон. О, там еще я вижу камушек хороший. Стоять! Восстановили обратно синие сердца. Нормально, хотя могли бы сейчас с тремя синими бегать вообще-то. Кстати, у меня такой вопрос. А бывает ли в комнате два камушка с крестиком? Я, по-моему, ни разу не встречал. Нормальный дроп. И шпишка. И опять комната с мини-боссиками, причем двойными тоже. Вы мне вирус можете дать. Обычно мне казалось, что... Вот эта комната как обычно идет, знаете, да? Вот мне казалось, что в ней редко выпадают артефакты из таких мини-боссов. Обычно артефакты выпадают, если эта комната именно с боссом идет, как вот на первом этаже бывает, в начале самом, зачастую. Такая, которая еще закрывается сразу же. Естественно, последний путь, по которому надо мы идем, именно он ведет к боссу. Ну, классика. Я не умею выбирать нужную дорогу. Вроде какие-то есть там алгоритмы, не алгоритмы, вернее, а комнаты, которые говорят, что ты в нужном направлении идешь, как бы так. Но этим, это все узнают уже спидранеры в основном, наверное, пользуются этим. Я же к ним никакого отношения не имею. Я скорее слоураннер, учитывая мое время прохождения 46 минут. И это еще далеко не конец забега, если мы не сольемся его, конечно, внезапно. Твою за ногу. Вот я как раз таки, вот видите, забег очень слабый, очень медленный, из-за этого я пытаюсь быстрее, ну, хоть как рисковать, начинаю подходить к врагам, получать глупый урон совершенно ненужный. Давай. Если он мне даст хп-ап, может, стоит его реролльнуть, не знаю. Кстати, какой пул считается у этой комнаты? Она же, видите, она как магазин выглядит. Ну, дай мне. У меня много монет, я думаю, что мне что-то даст. Нет, ну не взрывайся. Он суициднулся. Окей, этот мы взрываем. За фул нам не надо. Петру берем с собой, монетки забираем, не знаю куда, зачем. Послышалось что-то странное, походу. Меня что-то глючит как-то. Да, наверное. Все время мне кажется, что у меня какие-то посторонние звуки. Уже такая не паранойя, как даже. Не знаю, как еще это назвать. Так, у нас здесь сердце мамы. Оно живо, вернее. Сопли. Сопли. Вот, кстати, оно будет неплохо, кстати, сопли будут и расти, потому что она не двигаться будет сейчас. На ней не будет просто копиться и постепенно наносить урон. Смотрите, видите, урон сам по себе растет. Надо бы сделку не протыкать. А, она все-таки вот когда падает вот так вот, она скидывает их с себя. Падла. Давай. Ой, нет, не то. Я Петру прожал никуда. О, The Depths Dark. Чего это такое открыли мы? Я не понял. Я случайно Петра прожал. И у нас здесь хорошая... Блин, я Петра прожал. Я Петю прожал. Мы берем гвоздь. Значит так, скорости бега эта штука не дает, во-первых. Стоп. А почему нам дали два синих сердца? А, нам батарейка Double Charge. У нас она осталась, что ли? Я помню, что мы Double Charge взяли до реролла еще. А он у нас остался, походу. О, зашибись, у нас есть выживаемость. Каждые 6 секунд мы получаем два синих сердца, это неплохо. Тут еще урон мы можем повышать. Курс of the Blind. Вот Курс of the Blind это и есть как раз-таки этот самый невидимый артефакт. Но здесь это будет не критично. Я Петра случайно нажал. Блин. Мог бы реролить хотя бы второй артефакт. Посмотреть, что из него было бы. Может, там был бы Бримстоун. Хотя это, наверное, не то, что нам надо. Не знаю даже, что нас бы спасло. Вот нас бы спас, знаете, что хорошо было бы? Плащ, который дает 3 черных сердца и увеличивает ДПС еще. Дамаг, то есть. Ай, порталы. А, мы же не летаем теперь, да. А что меня ударило? Я не заметил. Очень медленно идем. Но... Тихо. Чё ты такие быстрые-то? Или мне кажется? Да нет, мне кажется, они обычные. Так, эта комната заряжает на 2 деления наш предмет, вроде как, насколько я помню. Ой, нет. Это же самонаводящимися. У нас много бомб, я их не побоюсь использовать. Вообще не по назначению. Использовал бомбу, взорвал пару укреплений для себя и еще и паука вызвал.
Блин, кто так бомбы меня учил пользоваться ими? Ну, я хотел ее протолкать врагам, но они стреляют своими фиолетовыми выстрелами и не позволяют мне подойти. Они же самонаводящимися станут. Мы как подойдем к ним, они ускорятся в движении. О, Петро, еще один. Еще один, Петро. Надо было Девсажен нажимать в этой комнате. А в этой тоже можно. Ой, не то. Вот так. А, понятно. Девс даже не ломает самый портал. Ясно. Тут на что монетки? Такое себе. Петра таскаем с собой теперь. Не знаю, куда нам его использовать. А, знаете куда? Знаю, знаю, знаю куда. А, в комнату на следующем этаже, в первую. Если мы даже доживем. Я очень надеюсь, что мы доживем. Если мы доживем, потому что там будет 4 артефакта, мы их реролним, там можно вполне себе получить что-то очень ценное. Если мы дойдем до следующего этажа, я думаю, что у нас есть шансы. Хотя сильно зависит от того, что нам сначала попадется. Потому что следующий этаж достаточно сложный. Без нормальной комбинации. Ой, я вижу камушек с крестиком. Наверное, стоит, если там сердце красное, ой, синее, надо брать его в конце. А, понятно. О, камушек! Урон! Скорострельность! Е, то, что надо! Два монстра. Монстры. Нет, я... жесть, нет, я не хочу умирать в этой комнате. Чё произошло? Я случайно на кнопку нажал на вторую. Офигеть. Мы живы. За счет того, что вот эта штуковина, она очень мало здоровья имеет. Блин. Я боялся, что там еще два монстра вылезли. Там 4 повелителя мух вылезли. Не знаю, что из этого лучше. Наверное, повелители мух лучше были бы, да. Фух. Могли их уже пройти. Мы всего один раз получили удар. Там. Я, кстати, думал, что у нас что-то... Почему-то мне оказалось, что у нас нету синих сердец. А мы гвоздь же прожали, я забыл уже. Попасть бы еще по тебе. О-о-о-о. Это хорошо. Я слышал секретку еще. Следующая комната сверху, она зарядит наш артефакт полностью. Мы получим 2 синие сердца. Плюс еще с батарейки получим тоже. Сразу же. Это отлично. Еще здесь черненькая. Конечно, нет смысла как-то экономить синие и черные сердца в плане того, что сделки с дьяволом здесь не будет у нас. Нет никаких таких шансов у нас. Но, конечно, лишний раз получить урон не стоит. О! Да. Сказал не стоит, а сразу получил. Ну это как всегда и бывает, в принципе. Так, берем это и следующий раз гость используем в обычной комнате какой-нибудь. Чтобы хотя бы урон нам повысили. Так, что у нас тут? Два обычных сундука. Не хочу. Либо направо, либо налево. Я думаю налево. Потому что здесь суперсекретка была. Эй. Что это за звук был такой? Можно было бы, конечно, сэкономить наш гвоздь на Айзека, чтобы там урон повысился нам. Но мы не уверены, что он с этой стороны лучше... Надо бы, знаете, что надо было батарейку на него оставить, вот. Тогда бы мы точно на него использовали. И не провтыкались бы по комнатам. Но я что-то не подумал. Ну, может, еще выпадет, я не знаю. Вау, как они по нам не попали? Если сейчас таким залпом из трех врагов все мимо. Вот были бы у них слезы, которые сквозь нас пролетают и больше ничего не делают. Было бы шикардос. Так, я понимаю ваши намеки. Мне не нравится. Здоровья у нас маловато. На этаже, в смысле. Я не смогу туда подонатить достаточное количество. Единственный шанс на то, что там в этой штуке выпадет этот самый, как его. Как его. Там на какое-то, на седьмое нажатие вроде 7 синих сердец может упасть. А может 33 монеты. Что-то в этом духе. Если там выпадет 33 монеты, это будет хана. Если выпадет сердца, то будет хорошо. Но я не знаю, рисковать стоит ли так или нет. Тем более, что нам ангела еще будет проблематично убивать. А на мега-сатану этот забег вообще не тянет. Ни разу. Ох ты ж, блин. Да хорош! Если я так буду получать урон еще, то я точно эту штуку открывать не буду. Единственный вариант, при котором я это открою, если нам вдруг сейчас попадется тонна ключей. Либо я не знаю, что. Ой, никаких ключей этих самых. Сердец или батареек? Батареек. Сердца-то дропаются потихонечку. Я понимаю ваши намеки, но нам, чтобы красные сердца туда донатить, мне надо бы сначала все синие слить. Ой, я эксплозиву с собой взял. Диарею, в смысле. Ой, здесь два призрака, что ли? Два призрака? Да, два призрака, зараза. Вообще не радует ни разу.
А я не... Они черные. Убить призрака быстрее надо. Ты ж, блин. Они сейчас пауками все закидают. Хотя бы одного убить надо. Так. Ой, паук. Привет. Так, одного убили. Остался второй. Да попади же ты по нему, а. Все, пауки остались только. А у нас здесь... А, у нас же... Вот этот маленький паучок, он спавнит с синих паучков иногда. Тихо. Я вижу. Не будем. Он спавнит синих паучков. Они защищали обычных... Ой, они защищали других пауков. Стоп, а почему у нас... Мне показалось, или у нас из врагов тоже пауки рождаются? У нас что, это самый? Infestation 2 есть? Или мне показалось просто? Нет, по-моему, мне показалось, да? Сейчас посмотрим. Да, мне показалось явно. Окей, отстай. Стоямба, стоямба, стоямба. Берем Петра с собой. У нас, кстати, там еще шанс был бы попасть в сделку с ангелом же. Точно, этой штукой можно благословение получить ангела, и у нас был бы шанс на комнату ангела 100%. Я забыл совершенно про этот бонус этой комнаты про жертвоприношений. Не знаю, хочу ли я его использовать или нет. С моим здоровьем текущим, если честно, не стал бы. По-моему, это неправильный ход. С точки зрения именно прохождения забега. Можно было зарядить наш гвоздь, пойдя в комнату с испытаниями. Но что-то я не хочу. Так, у нас есть что-нибудь такое, что защищает нас от выстрелов вблизи? Кроме прожектайл мухи, по-моему, нету. Я думал, что типа встать так, чтобы он все выстрелы попадал в орбиталку какую-то. Типа там ножа, но что, совсем орбиталка? Ну, в смысле, я имею в виду не орбитальный нож, а тот, который хвост как идет, как у мамочки. От сета мамы. Он бы защищал нас неплохо. Но у нас его нету. О, пошла. Все, пошли однотипные атаки. Сейчас будет, наверное, полегче. Ой, накидали сколько ему. Так, главное успевать прятаться и в нужный угол. А эта атака, он нам ничего не сделает, скорее всего. Вот это меня напрягает, еще бывает. Скорость бега у нас, кстати, небольшая. 1.33 почему-то. А, это, наверное, Small Rock нам уменьшил вроде. О, ну эту атаку еще используют на этой стадии. Обычно он просто вот так делает и все. Ну, иногда еще вот так, да. Че ты со мной перестреливаешься тут? О, уйди. Наверх. Хотя и внизу он бы не достал до нас. Но смежная всегда безопасна. Мы его без урона убили. Красных сердец сколько на этаже? Много? Достаточно? Давайте попробуем. Рискнем. Рискнем? Риск – дело рисковое, как я говорю. Не благородное, а рисковое. Да. Именно так. О, я не знаю. Может, стоит зарядить гвоздь? Как вы думаете? На всякий случай, чтобы синие сердца с собой потаскать. Типа, если у нас там вдруг все пойдет плохо, в битве с ангелом, например. Рак, рак, рак выпал, но я не могу его взять. Рак, рак, я рак, я рак, я рак, что взял клеща, я не могу взять рака. Ну, печаль, печалище вообще. Нет, нет, а, я думал, что попадет той пулькой своей слезой. Так, ну, Локи сейчас появится какой-нибудь, или Чабби, да? Ну, блин, лучше б Локи. Чабби мне не нравится. Бывает напряжно, хотя у нас бомб достаточно много. Мы можем его скармливать. Нифига себе, он быстрый. А, ну да, это же чемпион желтый. Желтый Чабби быстро бегает. Синее сердце. Мы его пока на полу оставим. О-о-о. Из них тоже может синее выпасть, насколько я помню. Из синего вот этого чела. Да, выпало. Отлично, слушайте. У нас много сердец. У нас есть шансы вполне себе на сделку. Какую сделку? На этого самого. На мега-сатану. Мега-стена. Монетка, монетка. Надо было, конечно, все-таки донатить это, чтобы у нас You Feel Blessed было еще. Ого, ди. А, он не работает, что ли? You Feel Blessed не дает мне что-то. Сундучок. Что ты мне дашь? Так, идем восстанавливаем здоровье. Я не хочу рисковать, потому что скоро там появится ангел. Если у нас в битве с ангелом мы сольемся, я себе этого не прощу. Так, сердца где-то справа. О, здесь тоже есть, окей.
Мы немножко побегаем, немножко затянется это дело, но... Попробуем, попробуем. Я не помню, по-моему, я ни разу не донатил сюда так полноценно еще в игре нашей прохождении. Синее сердце одно. Так, сведем дальше регаться. Наверное, единичку восстановим, да, целое возьмем там. Потом уже будет половинка, а потом уже синее. Наверное, синее мы возьмем, если в следующий раз... Если вот... Я не буду красную до единицы опускать. На всякий случай. Петра у нас с собой есть, отлично все. Ключ мегастанута, не знаю, я как-то убивать его будем мы очень долго, очень проблематично с мини-боссами, со всеми этими будут проблемы. Там еще он сам ангелов призывает, еще весь. Что-то я забыл про это. Бомбы. Где мои ангелы? Я не вижу их. Еще сердце. А, бегаем, бегаем, бегаем. Мне казалось, кстати, что ангел, он как-то раньше спавнится. Нет? Походу, он на каких-то высоких волнах. Сколько мы уже задонатили туда? Так, по-моему, два синих, да? Где-то пять раз. Где-то пять раз, я думаю, мы задонатили. На 11, если не ошибаюсь, он как раз-таки... А почему у нас половинка? А, мы уже взяли, потому что половинка там, да, понятно. По-моему, на 11 раз он телепортирует на последний этаж. То есть нам достаточно 10 задонатить, последний нет смысла, потому что мы сами туда попадем. Спасибо за дополнительное сердце, нам не надо туда. Быстрый телепорт. А если бы у нас сейчас был бы плакат, мы бы его не взяли, кстати. Прикиньте, как горел бы, если бы нам сейчас выпал бы плакат для открытия лоста. А вот и ангел, первый. Слабый ангел выпал сначала. Я не помню, там всегда сначала слабый ангел выпадает или... Или это как повезет. А если бы мы вышли из комнаты, здесь бы типа что, он бы исчез или нет? Так, синие сердца погнали подбирать теперь. У нас еще есть самый самый на всякий случай, как его, гвоздь. То есть два синих сердца в гвозде, два тут. Ой, здесь еще красная половинка была. Ну, нормально. Еще там одно синее. То есть у нас, по сути, пять синих есть сейчас. И два с половиной красных. Ну, посмотрим. О, синие выпали, еее. Очень повезло. Что не монетки. Потому что монетки мне нафиг не сдались. У нас их так тонна просто. А девать их некуда. Где мы? Я себя потерял. Бейся ты, бейся. Бейся. Тихо. Аккуратно. Все. Почти убили. Почти убили. Все. У нас есть сделка с сатаной теперь. Теперь нам нет смысла ничего здесь делать, да? Я так понимаю. Все, идем на дальше. У нас есть ключ. У нас есть ключ. У нас есть не сделка, что я там сморозил-то такой, уже забыл. У нас есть комната с мегастеной открыта, мегастена. Но за этого персонажа нам все равно надо проходить. А, стоп. А, нет, стоп. Мы, еще раз. Айзека мы убили, да. Айзека мы убили, но чела с вопросиками нет. Что-то у меня мысли одна другую заменяет, и я запутался совсем, что хотел сказать. Большая серия, она достаточно слабая по курсу в The Lost, отвратительно. По крайней мере, нет этого самого, проклятие Блайнда, это уже, это хоть что-то. Из этого мне ничто не интересует, этот чел, он дает пилюли. Он неплохой, каждую комнату, или каждую вторую комнату, или каждую четвертую комнату, не помню. Но я не помню, чтобы у нас были хорошие пилюли. Мы все меняем. Карандаш. Карандаш не работает вроде как. Это нормально вроде, Penetration Shot Speed Up. Это я не помню, что-то, по-моему, фигня, по-моему, это тоже фигня. Такие себе арты, честно говоря, вообще не то, что надо. Зато как выглядит это круто теперь. Вот Penetration Shot, он хороший. Вот он работает. Будь как Penetration Shot. Оп. Да, и, кстати, он отлично работает. А откуда у нас урон прибавился, я не понял. А, у нас такой... Стоп. Стоп, А чё, у нас урон прибавился? Мы типа за урон, за полученный урон? Нет, не за полученный урон. А за чего у нас там был выше дамаг? А, гвоздь, 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 я пожал. Точно. Точно, за счет гвоздя. Иди сюда. Молодец. И вот так обоих. Неплохо защищаем. Если бы у нас был бы еще хвост Гаппи, это было бы очень круто. Мы бы здесь сейчас сундуков целую тонну нафармили. И этот забег, возможно, бы смогли вытянуть. Пока что у нас чисто за счет сердец, у нас есть шанс еще. Но сам ДПС у нас, по-моему, такой себе. Ну,
Не, он типа не совсем уж хреновый. Но мог бы быть на порядок лучше. Проходим этаж. Нам нужен сначала синий малыш, а уже потом мы пойдем на мегастена. Тихо. Главное, что нам Делириум не открылся, потому что у меня будет соблазн еще на него пойти. Я не хочу на него. Вот Делириум у нас точно нет шансов пока что. Бить с таким забегом. С ней сердец просто тонна. Может, стоило их на полу оставлять, потому что у нас сейчас гвоздь в молоко будет хилить. Либо просто таскать его с собой. Оп. Оп. Сундуки хочу, сундук. Нет. Нет. Ой, как увернулись там. Ой, зашибись. Вдова, давай-ка ты тут не будешь своих паучков рожать. Просто откинешь копыта и дашь мне 5 монет зачем-то. О, два монстра. Два монстра, два. Так, используем гвоздь, поскольку здоровье потратили. Два монстра, два. Входим. А, они друг друга... Ай! Бримстоун. Они друг друга бримстоуном не бьют случайно? Вроде как нет. Мы уходим. Но мух он своих точно бьет. А вот друг друга я не знаю. Можно попытаться проверить, но что-то как-то мне не хочется рисковать лишний раз. Ну вас в бане, я вас просто надежно убью. Так, дальше. О, нет. А-а-а, фу. Фу, какая комната. Фу, какая комната. Какая противная. Лучше бы мне боссов дали. Сундуков нету. Нету сундуков. Нету, нету сундуков. Вообще ни одного. Эх. Ну, сундук же. За нами кровь, да? Ага, это наша. Я думал, что это может быть от этого чела еще осталось. Так, стоять направо, направо, направо. Здесь я не был, по-моему. Ой, лучше бы я сюда и не заходил. Как от них уворачиваться, от двоих? Во, мы их вроде как рядом их поставили. Сейчас будет полегче, наверное. Хоть немножко. Одного убили, есть. Фух. Потому что уворачиваться от них просто невозможно, от их бримстоуна. Оп. Если они нам застали, типа, в другой конце комнаты, от него не увернуться. Он изгибается просто как не знаю что. О, как бримстоун. Вот, кстати, примерно так же сгибается бримстоун, который с зеркалом, мое отражение, как он называется, на предмет, поднят. О, а почему левый сдох? Он умер от бримстоуна или что? Или его сопли задушили? То я что-то как-то не заметил, что я в него надамажил столько. Плохая комната была. В поисках Айзека. И секретки еще не было, кстати. Секретку, может быть, в ней что-то будет хорошее. А-а-а. В каждой комнате по здоровью теряем. К сожалению. О, паньки. Это хорошо. Это мы оставим пока что для боссов. Мы его сейчас прожмем, естественно. Оп. Уходим. Ну, я не могу зарядить до конца. Не рассчитываю до сих пор тайминги. Хотя мог бы, знаете что, мог бы он намного дольше заряжаться вполне себе. Знаете что, у нас еще не было ни разу, помимо нормального забега с соевым молоком, когда оно вначале попадается. У нас не было соевого молока, во-первых, в сочетании с этой самой. Наверное, я зря это сделал, да? Нормально. Живы. О, one makes you small. Во-первых, у нас не было... О, нет. Это мы нафиг просто выкинуть сразу. Я случайно это прожму, я себя не прощу за это. Не было забега... с соевым молоком, не было забега еще с соевым молоком и балансиром, который выравнивает наши статы. У нас типа там будет огромная скорость атаки и при этом огромный урон. Это вообще одно из имбовейших сочетаний, наверное. Оно просто дьявольски крутое. У нас не было шоколадного молока, вот что. Ух, голова крикета. О, не голова крикета, а крикет с боди. О, вот это уже выглядит интереснее. Оно дальность полета уменьшило наши, но у нас она осталась, по-моему, неплохой все равно. Наверное, за счет желудка монстра. Она не изменилась. У нас огромное количество выстрелов. Вот это. Вот сейчас вот это уже круто выглядит. Вот это уже очень круто выглядит. Это уже выглядит как что-то такое, что выносит просто все, что движется. Это уже действительно сильно. Вот это меня радует. Ну видите, один арт просто зарешал. Один арт решает. Вот теперь мы мега-стены, я думаю, что практически 100% должны вынести. С таким ДПСищем. У нас урон маленький, но когда там такое огромное количество выстрелов стоять, там был сундук.
А. Я не знаю, есть ли разница вообще, золотой сундук или обычный сундук здесь выпадает. У них же одинаковый пикап здесь будет. Рандомный просто. У нас, кстати, есть две батарейки, то есть мы можем и на вопросики вот этого чела поражать гвоздик с батарейки, и на Стена тоже принести с собой спокойно. Куда идти? О, суперсекретка. Ты мне что предложишь? О, чувак, ты мне дашь сердце, потому что я тебя задолбаю таким количеством денег. И лучше тебе бомбу не ставить. Лучше тебе бомбу не ставить, уж поверь, потому что я сейчас настороже, и я ее оттолкну от тебя. Почти уверен в этом. Ну, давай вот. Долго в него кидать, конечно, да. В него можно встать тоже ровно, идеально, типа. Зафиксировать положение, но это обычно удобно, когда он стоит по центру комнаты, и ты входишь в комнату, и ты как раз сам по центру находишься. А вот сейчас это, ну, очень сложно. О, синее сердце, нормально, кстати, друг. Я не пожалею денег. Синее сердце еще. Спасибо. Такой щедрый сегодня, слушай. Что с тобой не так? Красное сердце. Ну, берем. Это мы просто взрываем, я не хочу сюда. Ни сердца сюда, ни одного не хочу сюда тратить. Ну, нафиг. Огромнейший забег, очень долгий, но, по-моему, он заслуживает место быть залитым на мой канал. Стоямба. А хотя пофиг. Если мы здесь получим урон, то мы его восстановим. Я не хочу лишнюю батарейку еще тратить. Пофиг на нее. Я не думаю, что нам это будет слишком критично. Этот урон. Если у нас здесь будет все плохо, то, по крайней мере, два синих сердца гораздо эффективнее сыграют. Все, изи. Я чуть не взял сундук. Я чуть не натукнулся на него. Серьезно. О, идем, возвращаемся обратно или еще комнату? Давайте еще комнату зачистим, допустим. Ну или там пару комнат. Вдруг здесь еще сундук упадет где-то. У нас, по-моему, еще где-то батарейка была, да? Да, точно, была где-то слева сверху от сатаны в начале забега. Сундук. Нет сундука. И все, тут у нас уже зачищено. Идем к Стену. Полностью заряженные. Отличная ситуация у нас. Я думаю, что мы уверены в своей победе. Где Стен? Я потерялся. Я потерялся. Вау. Я реально потерялся. Где Стен? Сейчас будем искать. Помогите Леоме найти мега-сатану. Знаете, как помогать? Так, по-моему, он должен быть снизу. По-моему, он должен быть где-то тут. Нет, значит... А, все, я понял. Он сейчас будет вниз, потом еще вниз, потом направо. Да-да-да. Я вспомнил вот эту вот петлю эту. И вот, собственно, погнали. Пока что мы экономим гвоздь, потому что... Даже если у нас будет БДПС меньше, то мы хотя бы за эти два синих сердца уже сколько-то урона ему нанесем. Оп. О, кстати, урон-то неплохой. Он уже своих всадников начинает призывать. Просто после пары плевков наших. Мы этих всадников тоже неплохо бьем. Главное уворачиваться. Главное уворачиваться. Не забывать. Еще одно синее сердце прожимаем. Ну, потратим синее сердце одно, если. Если потратим, да. Скорее всего, потратим скоро. Если как потратим, сразу же нажимаем гвоздь. Можно, кстати, бомбы ставить, не знаю зачем. Так. Косу вспирили гвоздем, кажется. Тихо ты. Лапами. Лапы свои прочь отсюда, а. Че ты на меня плюешься так? Попали под раздачу. Нормально. Ой, вот этого будет приятно. Смотрите, сейчас будет очень классно. А-а-а, как хорошо он разносится. Нет, тихо, уйди. Очень мало, много маленьких головешек. Эти чуваки, они веселые, особенно их приятно бить, когда у тебя, знаете, с чем? А с Бримстоуном, технологией Людовика и ложкой Айзека самонаводящейся, которая. Погнутая ложка, которая вот эта. С ней прям кайф, они просто моментально сами дохнут. Уйди. А, кстати, мы получили дамаг. Не забыл, не забыл. Ну, вообще без проблем, видите, да? А я боялся еще. Но голова Крикета, ой, тут тело Крикета очень сильно увеличил наш ДПС. Я думаю, раза в два. Он как бы мало урона вносит его слезы, но их настолько много. И они обычно, у них проблема то, что они промахиваются. Потому что они наискосок стреляют. Но у нас их так много, и у нас они penetration все это. Что оно все оказывается над врагом, когда... Наши слезы оказываются над врагом, когда разлетаются. И заново.
И в итоге тело Крикета, оно полностью попадает во врага. Ну, или почти полностью. Опс. Куда ты столько спамишь? Хватит стрелять. Все-таки попал. Все, вторая фаза. Быстро, кстати, быстро. Я что-то думал, что мы еще там у кого-то... А, ну да, мы ангелов убили, после них уже идет вторая фаза, точно. Слушайте, а что если ваншотнуть первую фазу со стороны, допустим, хаосом или планом С? Что будет с боссами? Они будут призываться или нет? Он же на второй фазе их не призывает уже. Или они типа... Мне казалось, что у меня было такое, что он призывал каких-то боссов и при этом продолжал сражаться сам. Может, были какие-то другие боссы? Скорее всего, кстати говоря. Все, изи. Делириум, может быть, а? Может, делириума? Нет, делириума. О, лапа Гаппи, я вижу. Блин, страшная заставка. Страшная заставка. Мне сейчас пришло уведомление на телефоне, может, кому интересно. Телеграм. С 10 по 24 марта Телеграм проводит конкурсы для разработчиков и дизайнеров. Призовой фонд 150 тысяч долларов. Конкурс для разработчиков JS. JS, не знаю, что такое. Android и iOS. Реклама Телеграма на канале с 49 подписчиками. Кстати говоря, она перед этим видео, как раз таки, перед даже предыдущим видео, которое я записал перед этим, сколько мы все открыли, на меня подписался еще один человек. Большое спасибо, кто бы ты ни был. Надеюсь, вам понравилось это видео. Мы прошли за Еву достаточно много. Мега Сатану и вопросиков. Кстати, смотрите, Винстрик 3! Уже 3 Винстрик! Кем мы играть будем в следующий раз? Если кто-то напишет в комментариях, то мы сыграем, возможно, за него. Может, за Магдалину, кстати. Посмотрим. Так я сам буду решать. Может быть за Лилит. Может за Идена. Может за Лазаря. Посмотрим. Еще, кстати говоря, у меня по поводу Айзека есть еще одна мысль. Сделать дополнительное, как бы, не знаю, не рубрику. Отдельный плейлист создать под особые челленджи. Такие, которые генерируются сидами. Есть особые такие челленджи, которые именно сид генерируют. Там генерируется не только карта, но и какие-то особые условия. Про это я говорил, может, я посмотрю, какие есть они, много ли их. Может быть, отдам отдельный плейлист под это и буду иногда такие видео снимать тоже. Посмотрим, надеюсь, вам это понравится, когда у меня руки до этого дойдут. Можете писать свои комментарии, свои мысли по поводу этого, ну, по поводу всего вообще. На этом мы с вами заканчиваем, надеюсь, вам понравилось это видео, оставляйте комментарии обязательно. С вами был Леми. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео, буду благодарен за любую обратную связь. А я желаю всем хорошего настроения, всем отличного дня, всем удачи и до новых встреч. Всем пока! We'll be right back.